офигенный лазер, который мне прислали с Алиэкспресса. В чем прикол? Ну, во-первых, сумочка красивая, в которой все упаковано. Вот такой вот лазер. Точнее, это не лазерный уровень, а построитель плоскостей. То есть можно выравнивать плоскость пола, можно выравнивать плоскость любой стены и рисовать крест. Светит очень ярко. И сенсорная еще клавиатура. То есть рисует он 12 линий любой проекции. Ну, звуковой сигнал у него есть. Самое интересное то, что он работает на аккумуляторах 18650. То есть вот на таких здоровых аккумах, не на обычных пальчиках, на которых обычные лазеры работают, а на таких здоровых аккумах. Их там две штуки и есть зарядное устройство, соответственно, чтобы заряжать. Поскольку здесь три лазерных луча, видимо, он очень много потребляет. В комплекте идут еще вот такие очки, чтобы было лучше видно. Качество ужасное, они все в зазубренных, вообще дешевый хлам. И есть еще вот такой вот штативчик, простенький. Есть комплектация с более дорогим вариантом, но лазер вот такой вот зеленый, с тремя лазерными лучами, зарядкой, с двумя аккумами, с штативом, с очками и, самое главное, в такой классной сумке, где вот наша почта даже ничего не сделала, не сломала во время его транспортировки, у нас распросится. Вот это все стоит 5000 рублей, даже чуть меньше. Это обычная цена такая хорошая. Вот. Сейчас можно включить и попробовать его сравнить. Есть у меня вот такие лазерные уровни. Это Bosch, который стоит порядка 8000 рублей. И есть еще вот такой вот из Leroy Merlin Control, тоже китайский. Уровень, этот зеленый, этот красный, они все работают от 4 пальчиковых батареек. Так, Bosch тоже есть крест, и вот у этого зеленого включается здесь вот. У этого тоже есть крест. Сейчас я попробую, да, насколько это будет хорошо видно, рядышком запустить, посмотреть, насколько они ярко работают. То есть красный уровень для чего? Это в помещениях можно работать, когда солнечного света не очень много. Зеленый лазерный уровень видно очень хорошо, когда на улице идет работа. Соответственно, видите, да, какая разница? У этого лазера пучок толстый, но его очень хорошо видно. Красный он тоньше, самый тонкий. То есть им можно выполнять очень ювелирные работы, но его очень плохо видно при солнечном свете. У этого лазера он стоит 12 тысяч, то есть это 2,5 раза дороже, чем вот этот. У него лазер тоньше, но его хуже видно. Я сейчас смотрю, в принципе, все отлично. В принципе, они все четко показывают. Сейчас я их попробую направить в одни линии, смотреть, насколько они совпадают. Три лазерных луча. Вот это у нас из Леруа за 12 тысяч. Вот это у нас китаец за 5 тысяч. И в центре красный Bosch за 8 тысяч. Разница в камере видна. Красный более тусклый, но он очень тоненький. Руашный очень яркий, но очень жирный. Китаец, его очень хорошо видно, но он потоньше. Для работы на улице подойдут зеленые лазеры. Красный лазер, конечно, не подойдет. Точность хорошая. Вот я их ставлю в одну линию. Видно сейчас, что погрешность, я не знаю, тут на 2,5 метра, может быть, миллиметр один какой-то есть небольшую погрешность. Для любых работ строительных,
разделочных вообще